Американський футбол – не лише розповсюджений вид спорту, а й цікава гра для витривалих чоловіків. Саме про американський футбол будемо говорити з нашими наступними гостями. Максим Василик, головний тренер команди з американського футболу «Дніпровські ракети». І Ілля Хорольський, головний менеджер клубу з американського футболу. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Насправді, американський футбол – така не зовсім для України якби розповсюджена гра, не настільки, так, як футбол звичайний, наприклад, так? Але ж ви обрали саме його, і чому? У мене любов в американський футбол, вона пройшла дуже, як говориться, банально просто. Я побачив це по телевізору. І захотілося? Так, я займався, дійсно, 1994 рік, 7 клас. Я займався в Дніпро-75, на то время це була не футбольна академія Дніпра, називалася школа Дніпро-75. Я займався звичайним футболом, грав в футбол, як всі діти, смотрел всі чемпіонати світу і Європи по футболу. Але от один раз по телевізору я побачив гру по американському футболу, і це була любов з першого погляду. Так у вас очі блищать. Ви про американський футбол говорите, а очі блищать. Настільки це вже любов на все життя, так? Тобто ви ніколи вже не зрадите цьому виду спорту, тільки американський футбол. Нет, ну еще я являюсь главным тренером и руководителем Федерации областной по бейсболу. То есть бейсбол и американский футбол. Так, да. Такі, бачите, направлення насправді травматичні трохи, як один вид, так і інший. Такі отак, треба якось себе підготувати до таких занять. Чим вони небезпечні? Знаете, как я когда-то сказал, что любой вид спорта, если мы говорим о профессиональном виде спорта, любой вид спорта несет какой-то определенный травматизм. Даже играя в шахматы, создавая движение там, пальцем на какую-то фигуру, можно сломать палец. При любых обстоятельствах. Друже, Но если мы действительно говорим о мужском контактном виде спорта, это регби, хоккей, гандбол, американский футбол, есть вероятность получения определенной травмы. Профессиональной травмы, Но если мы свое тело готовим, для этого и нужны тренировки, для того, чтобы подготовить свое тело, для этого и нужны тренера, которые учат правильно нанесение удара, захвата, так же, как и держать удары, захват и уходить от него. Да, в американский футбол это так называемые шахматы. Все зависит от тренера, какую комбинацию он назначит, какой он розыгрыш назначит. И задача тренера – уберечь своих игроков на поле, дав грамотный розыгрыш, чтобы он привел команду в зачетную зону, дал команде шанс на победу, но при этом не травмировать своих игроков. Но для этого игроки, как один слаженный механизм, должны выполнить эту установку, сделать то, что сказал тренер. Це така злажена команда. Насправді, дуже багато чого треба проробити кожному з учасників, щоб все це розуміти. Як учасники взагалі між собою співпрацюють? Ви ж так само, як і Максим, з самого початку, чи ні? Чи ви пізніше прийшли? Ні, я прийшов совершенно недавно, года 4-3 назад. Полюбил футбол, совершенно случайно в интернете нашел случайно видос, где показывали, как человек ловит мяч через стену. Вот просто ему бросают, и он так рукой через стену раз, и мяч словил. Я такой, ого, я так же хочу. Еще так вышло потом? Пока что нет. Просто нет таких больших стен для моих рук. Насправді, тренуватись треба кожного дня. Якщо пропустив трошки, то вже все? Ні, якщо ми говоримо о тренуваннях команди «Дніпровські ракети», то це дві тренуванні спецназначення, це по американському футболу. Ми тренуємося в четвер і воскресенье, і понеділок, середа, п'ятниця, в обов'язковому порядку посещення тренажерного залу. Тренажерний зал ми можемо замінити кардіонагрузкою, тобто це крос від 5 до 7 кілометрів, або посещение тренажерного зала. Тримати себе в формі треба постійно. Мінімум 4 тренировки в неділю кожен ігрок клубу «Дніпровські ракети» должен виконати за неділю. Наскільки ви обираєте, чи є, можливо, якісь, не знаю, тестові завдання? Такого я не візьму, зріст не підходить, чи там, можливо, фактура, чи ще щось? Чим цікавий американський футбол, як я вже говорив, шахмати, в шахматах є різні фігури, вони по-разному ходять. И если мы говорим, например, о классическом футболе, мы говорим там полузащитник, защитник, нападающий, вратарь, 4-5 позиций, то в американском футболе тактика игры и игра настолько сложная с точки зрения правил, что у нас в поле находится 22 игрока. Игра, когда происходит в нападении, то у нас на поле 11 нападающих. И когда мы защищаемся, нападающие, все 11 человек уходят, и выходит 11 новых человек защиты. То есть у нас в составе минимум должно быть 22 человека, минимум. Из них 14 разных позиций.
Это 14 разных характеристик игрока, начиная от антропометрии, заканчивая даже какими-то вот ментальными моментами. То есть бывает, два человека идеально ловят мяч. Вот они прекрасная скорость, они прекрасно обрабатывают мяч. Но есть человек, который вот спокойный по натуре, да, такой человек, вот он спокойный, он ловит мяч и выполняет свою работу. А второй такой дебошир, ему надо все время полезть на рожон, и он все, он прирожденный защитник. Вот он прирожденный. И ты понимаешь, это человек для нападения, это человек для защиты. Вы уже формуете, одразу бачите. Все зависит от характера, все зависит от антропометрии данных, от веса. Поэтому мы говорим так. Худой, быстрый к нам, толстый, медленный, низенький, большой к нам. Мы, вот, понимаете, 14 разных позиций. Мы каждому найдем применение. Главное желание. От я ж дивлюсь, тут экипировка у вас. Вже є шолом, так, а важкий. Да, 2-2,5 кілограма, в зависимості от моделі і в зависимості от фірми-производителя. Нічого собі, так ви будете просто так, не маленьким. Да, американський футболіст в ігрі на себе несе от 5 до 6 кілограм. 5-6 кілограмів. В нього ще є же тут захист, каркас, так, обов'язково. Да. А чому? Бували такі випадки, що можна пробити, так, грудну клітину? Якщо ми немножко говоримо об історії створення американського футболу і непосредственно о тому, де він зародився, да, в Америці, прародитель американського футболу є класичне регбі, то, якщо я не ошибаюсь, в 19-му году прошлого века даже президент Америки отменил чемпіонат по американському футболу, тому що були случаї смертності від удару. Так, я пам'ятаю, так, да, було були таке. Такі, ну, тому що ізначально американський футбол награвся без амуніції. Вот. І тому форма і амуніція американського футболіста, вона еволюціонувала. І от зараз ми маємо сучасний шлем вот в такому вот виді. Этот шлем повністю изнутри накачується воздухом. Так. І амортизація удара, вона йде через воздух. Ось, можна побачити. Да, ну, м'якенький, він всередині, да, он нічого там немає. Внутрі дуже комфортний, він дуже хороший шлем. Притом, зараз є шлема, які запатентовані несколькими фірмами, які, ну, як вони уверяють, що там взагалі немає ніяких навіть мікросотрясень во время отримання удару. Нічого собі. Насправді це дуже добре, що є така екіпіровка. Захищено все, захищена шия, і можна дивитися очима тільки через таке от захисне скло, так, бо пилюка ж все це так може летіти, чи от чому це все закривається? Якщо ми говоримо вже о тонкостях і нюансах гри, то практически на все позиции шлем имеет одну конфигурацию и, ну, и одну форму. Допустим, вот такую. Да? А вот забрало непосредственно, которое защищает лицо, оно бывает разное. То есть те игроки, которые идут в близкий контакт, в ближний бой, да, такая конница, у них вот эта решетка, она достаточно узкая для того, чтобы руки не могли, да, то есть войти в глаза. Например, если это позиция, как моя, которая бросает мяч или бежит с мячом, мне нужно видеть пространство, нужно видеть поле. Поэтому у меня решетка, видите, она более широкая для того, чтобы у меня была лучшая обзорность, периферийное боковое зрение. Вот. Но при этом глаза лично для себя я защищаю еще при помощи вот дополнительного стекла спортивного. То есть как бы, ну, это уже на усмотрение пластик, каждого. Да. Це ж скло ж не можна, бо ще може розбитися. Ні, абсолютно ні. Це пластик, так. Да. Пластик. Такий, ну, як і у хокеїстів. Хокеїсти тестують його вилітом шайби. Тобто навіть шайба, польот шайби не розбиває це, ну, стекло. Ось ми можемо побачити, як це відбувається. Є у вас не лише такі шоломи, ще й бачимо таку форму. Амуніція така, я би так назвала, так, і все це на природі, все це можна, дуже, дуже, до речі, непогані умови, якщо можна просто грати в футбол. Чи є у нас в місті достатньо таких площ, так, достатньо, щоб можна було грати? Бо це ж розмітка спеціальна, так, не так, як у звичайному футболі. Я би відповів на цей питання, що в теплое время года у нас есть место, да, достаточно стадионов хороших, где можно поиграть качественно, а в прохладное время, ну, то есть в холодное, там, зиму, очень мало крытых стадионов, ну, то есть их вообще там 1-2 и закончили счет. Все-таки американский футбол – это более открытые местности, зал не подходит, потому что очень большие скорости, если ты, допустим, промахиваешься вот во время такого удара, ты можешь полететь в стену, а здесь уже ничего не спасет, ни каркас, ни шлем, это будет просто очень сильный удар. Вот, поэтому я бы так сказал, со стадионами проблем особо нет. К счастью, нам местные власти идут часто навстречу и помогают, да, в этом плане. С залами и скрытыми стадионами есть большая проблема. Я думаю, что это не только в американском футболе, а во многих. Звісно, так. Будь-який вид спорту у нас не так розвивається, як нам хочеться. Ось як влучно зловив. От так дуже швидко. Це ж треба забрати, побігти, передати, так? Ну, тобто, да, насправді. Кстати, если мы говорим конкретно об этом моменте, об этом игроке, то,
воспитанник нашей Днепропетровской школы на сегодняшний день. Этот игрок просматривается в канадскую профессиональную лигу на полный контракт. Не шкода вам віддавати своїх, вже ж навчили, все зробили для них. Ну, этот игрок очень большое время после того, как завершил карьеру в Днепровских ракетах, он отыграл в Днепре 2,5 года, после чего он приехал в Киев, отыграл за чемпиона Украины еще 3 года. Вот. Потом его по контракту он отыграл 1-2 года в Германии. Угу. И вот сейчас прошел отбор и просмотр в канадскую лигу. К сожалению, из-за вируса сейчас просмотры все закрыты. Вот у них там был просмотр на 15 марта, если я не ошибаюсь, его отменили. Угу. Ну, надеюсь, когда все восстановится, все будет в порядке, то он обязательно поедет и представит, да, наш город и нашу страну среди профессионалов, гідно, да, на дуже високому 100%, уровне. Звичайно. Ну, а я хотіла ще подивитися на цей м'яч. То така опукла форма в нього, не така, як ми звикли до звичайних м'ячів. Чому саме таку форму вона має? То я завжди запитувала, не можу зрозуміти, чому. Незручно? Ні, ми, якщо говоримо, да, во-первых, да. Смотрите, якщо ми говоримо вообще о создании американського футболу, як це произошло? Играли команды в регби. Две команды играли в регби. Угу. И если мы знаем, в регби пас вперед, он запрещен. Но с чем всегда путают регби и американский футбол? Вот они путают в основном за схожести мяча. Но в американском футболе мяч, вот он имеет такой конусоподобный вид, а в регби он более овальный. И в регби, чем основное отличие американского футбола от регби? Это наличие в американском футболе паса вперед. То есть в регби за это штрафуют. И вот был такой момент, что одна команда уступала другой команде в регби. И один из игроков просто решил не отдавать мяч назад, как это положено в регби, а кинул мяч вперед. Один игрок поймал и побежал в зачетку. Ну, понятно, что этот гол отменили, наказали игрока за это. Но на трибунах сидело 2 человека. И они думают, ну, посмотри, ведь как динамично смотрится игра, когда мяч не постоянно летит назад, а когда есть возможность кинуть его вперед. Так. А давай попробуем преобразовать регби и пытаться мяч бросить вперед. И так появился американский футбол. Но кидать овальный мяч вперед, он не может разрезать воздух, в регби на мяче нет шнуровки, его неудобно держать, подкручивать. И поэтому, конечно же, мяч для американского футбола начал модифицироваться в сторону того, чтобы быть похожим больше на стрелу. Так. Который копье, которое удобнее бросать. Треба же его тримати специально, так, Илья? Як тримати правильно мяч? На самом-то деле, это более вопрос к квотербеку, который распоряжается мячом. Я игрок защиты. Ясно. То есть квотербек я. Не все так просто, выявляется. Илья у нас игрок защиты, то есть это мощный парень, который должен останавливать таких ребят в нападении, как я. То есть моя задача бежать с мячом, его задача останавливать таких ребят, как я, в поле. Вот, поэтому на поле мы... Все распределено. Да, да, это своя зона ответственности. Так. Вот, если мы говорим о броске, о технической части броска, то мяч ближе к конусу мы обжимаем 2 пальцами. Притом, видите, как дно лодки, грубо говоря, мы описываем, да, дно лодки, мяч вплотную ложится в нашу руку. Ну, вы девчат не берете до себя? Берем. Берете? Конечно. Девчата есть, есть. А, смотрите, американский футбол, давайте сейчас закончу по поводу мяча. Ага. Вот, держим мяч, часть моих пальцев заходит на шнуровку, часть уходит. Ага. Есть специальная механика броска, это очень долго, это очень технично, и кто придет на тренировку, обязательно научу, покажу, расскажу. Вот. Но суть, что держу я мяч вот таким вот образом. Угу. Последний палец мяч покидает мой указательный, он и подкручивает непосредственно мяч. Ось, задача як. Мяча, ну, лететь с вращением. Можно я спробую? Да, ну, пожалуйста. Я так побачила, что якось вы так... Мне не вистачає стільки. Все верно. Потому что женщины, девушки и юниоры, они играют мячом меньшего размера. То есть мы сейчас в руках держим взрослый мяч. Тут мяч треба особливо. Конечно. Американский футбол делится на несколько подвидов. Мы имеем версию 5 на 5. Это самая быстрая версия, она является бесконтактной. В нее играют в Украине юноши. У нас есть детская юношеская спортивная лига в Украине, да, центр, который находится, Дюлав, центр, который находится в Киеве. И у нас есть женская лига по флаг-футболу. То есть это бесконтактная разновидность американского футбола. Никого бить не нужно, нет шлемов, нет каркасов, но у вас по бокам есть флажочки. И человека бить не нужно, нужно просто с него сорвать флаг. И в том моменте, где сорвали флаг, останавливается игра. То есть абсолютно бесконтактный вид спорта. У нас есть чемпионат мира по бесконтактному виду спорта, по бесконтактному американскому футболу. Среди мужчин, женщин и детей. Там мяч немножко другой формы, такой же, немножко другого размера, он меньше. То есть девушкам, юниорам его легче держать. Ну, это взрослый мяч. Бачите, ну все одно, так треба, щоб розуміти, як це треба тримати, так, то тут, нужно в принципі... тренироваться.
Ну, звичайно, а як же? Треба ще влучно кидати, треба далеко кидати. На скільки метрів він летить? В професіоналах 70 метрів можуть бросити м'яч. 70 метрів летить м'яч, ви собі уявляєте? 70 метрів. Ну, це якщо їх ніхто трогати не буде. Да, это если так. Якщо прийдуть ребята наподобие мене, то м'яч летить в землю в основному. Ви швидко можете це зупинити, цей процес, іноді, так? Да. Ну, а ви так само, Ілля, вже полюбили цей вид спорту? Да, мне очень это как-то запало в душу. Мне нравится сама команда, само ощущение, когда с тобой есть несколько людей, в которых ты уверен. И когда мы, у нас есть такой свод правил, так называемый плейбук, как мы играем. Вот, допустим, там разные комбинации, там 4-3 формация, там банана, допустим. И мы знаем, что я уйду вправо, очень широко по всему полю буду уходить, а какой-то игрок, который стоит от меня слева, с которым я уверен, да, он будет идти по центру. И мы знаем, что мы встретимся где-то через секунды две, если все пойдет отлично. И где-то, ну, если против Максима будем играть, то где-то встретимся на нем. И это, в принципе, очень весело потом. Завалить там Максима, может быть, не так просто. Это моя мечта каждую тренировку ударную. Ну, конечно, не просто, потому что Максим очень опытный квотербек. Он чувствует все, он делает резкие движения. И когда, вот лично со мной, да, как он меня постоянно считает, я очень быстро двигаюсь в одном направлении. И он делает маленький шажочек, и я ухожу просто очень далеко. А Максим бросает мяч уже где-то метров на 40. Ну, насправді, знаєте, у нашому житті не вистачає такої згуртованості. І особливо, коли ти можеш довіряти комусь з своїх близьких навіть, так? А, ну, насправді, тут є це в команді, коли є ті люди, яким ти можеш довіряти. Він тут десь поруч, ти знаєш, що ти можеш йому передати, він зловить, і він передасть так, як треба, і спрацює. Насправді, це, мабуть, гра, яка повинна бути у нашому житті, так? Бо вона формує дружбу, формує згуртованість, злаженість, всього, чого нам не вистачає у нашому постійному такому сучасному житті. Ну, насправді, ми всі біжимо кудись, всі поспішаємо, а суті тієї не доотримуємо. Я бы так сказала. Вот я хочу, кстати, сказать такую маленькую вещь. Мы проводили опрос внутри команды, зачем люди приходят к нам на тренировки. И вот первым пунктом было, это не физическая подготовка, а это почувствовать командный дух. То есть всем членам команды в первую очередь нравится быть частью этой команды. Ну, я не сомневаюсь. Я це все побачила сьогодні, побачила, як у вас очі блищать, хлопці. Дуже рада з вами познайомитись і хочеться, щоб ви ще до нас приходили в студію. Тому з радістю будемо чекати. Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо за приглашення. Всем спорт. Так, обов'язково. Ну, ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.